Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер. И сегодня мы начнем прохождение другой знаменитой гоночной игры. Это Колин Макрей Ралли. Это вот ее первая часть. И сразу вы в самом начале видели, наверное, что те, кто переводили ее, сделали ошибку и неправильно нарисовали наш российский флаг. Ну, оставим это на их совести. Ну, а тем временем это первая часть перед нами. Первая часть, ну, тоже начало целой серии раллийных симуляторов. Сейчас вы ее знаете под названием Dirt. Dirt 3, по-моему, последний вышел, и оттуда уже из названия Колин Макрей вообще выпало. Вот. А изначально она начиналась как такой вот симулятор, автосимулятор именно ралли. И здесь сейчас вы увидите, почему. Не обошлось, кстати говоря, без влияния на эту игру симулятора такого Гран-туризма, который мы с вами тоже прошли первую часть, сейчас проходим вторую. И вот почему это школа ралли, то есть давайте начнем. Здесь тоже сначала нужно пройти некие такие тесты, лицензии, чтобы получить водительское удостоверение раллийное. Вот, и это, естественно, такая недвусмысленная отсылочка к Гран-туризму, да. Вообще, игры той эпохи, а Колин Макрей вышла в 98 году, то есть через год после первой части Гран-туризма. И там еще был Need for Speed как раз в то время, Porsche Unleashed, и, в общем, везде ощущалось влияние Гран-туризма, ну, повсеместно буквально. Ну, в принципе, это всегда так. Какая-то игра, если выстреливает, то все конкуренты, которые рядом с ней находятся, начинают, в общем-то, копировать хорошие идеи. Ну, в этом, я думаю, ничего плохого нету. Вот. Игра получилась хорошей, добротной такой. Вот. Ну и давайте начнем прохождение заданий. Здесь вот они разделены на по сложностям: новичок, средний и эксперт. Ну, пока открыт только новичок. Начнем с новичка. Старт с места. Что-то мне это напоминает. Так, тут. The aim of your first task is to get a feel for the car. О, даже I'll так. Ask you simply to accelerate from a standing start and then bring the car to a halt in a controlled manner. Ага, русская же версия, ребята. For stopping as close to the line as possible. Ну ладно. Русская версия, но говорят не по-английски. Хотя я помню, в детстве играл. When you're ready, put your foot down. Stop at the line. На русском здесь говорили. Ага, мимо денег. Okay, let's see how you did. Машинка у нас. Сдал? Да ладно. А, ну, видимо, тут не нужно было прям вот на флажках на этих остановиться. Ха. Интересно. Хотя вроде бы и в видео было показано, что нужно было сдать, остановиться прямо на флажке. Ну и ладно, тем лучше. Так, что у нас дальше? The aim for this task is to drive in a clockwise direction around the cones laid out in front of you. Try to keep as close to the cones as possible and use the throttle, brakes and handbrake to give a smooth run. Он говорит, что нужно попытаться как можно ближе к конусам проехать, правильно пользоваться газом и тормозом. Ну, понятно, в общем. Продолжаем получать права. Right then. Start off when you're ready. Nice one.
развернулась, это так. Шкода. Nice one. Ой-ой-ой. Да, привыкать надо к управлению здешнему, конечно. Окей. Так. Come off the brakes. Так, сейчас, по-моему, надо остановиться. Stop at the line. Ага. Now then, let's see how you did. Ну да, давай посмотрим. Что, сдал, нет? Ну, сдал, написано, и причем даже лучше, чем предыдущую. Хотя сбил конус один. Ну, ладно. Это отлично. А, вообще, так, пример... Даже трудно понять, что написано. Now into a short track to practice the use of throttle and brakes together with car control around the corners. Какой-то I will direct участок you пройти. As you drive round the course and give you pointers as to what you're doing right and wrong. Points will be awarded for control, use of the brakes, position on the track, sympathetic use of the car, and of course response to my instructions. Ну понятно, надо проехать, не сбив конусы по этому участку. Okay, wait for my count. 3, 2, 1, go. Nice one. Так. That's it. Здесь уже полноценный штурман, как вы видите. Нам диктует стенограмму. That's fine. Good slide. Да. That's it. Go on. Пытается хвалить. Okay, that's all right. Так, что, финиш? Well done. Чем она отличается от других гонок, это то, что, во-первых, здесь по меркам первой PlayStation графика вообще была отличная. Все почему? Потому что здесь это ралли, и одна машина всего одновременно на трассе, поэтому ну, как бы ресурсы уж уходили всего на отображение одной машины, поэтому удалось им тут сделать полноценную систему повреждений, плюс к этому и графика, ну, сама машина была нарисована очень хорошо. Так, ну, получается, новичок мы сдали, сейчас у нас будет средний класс. Ну, давайте продолжим. The first так, intermediate task is to drive in an anti-clockwise direction around the cones laid out. Здесь добавили покрышки. Same as last time. Try to keep as close to the cones as possible, using the throttle, brakes, and handbrake to give a smooth run. I shall give points for speed around the cones and control while sliding. Кстати, вот по-моему, все вот это говорит это сам Колин Макрей. То есть. Это его голос, объясняющий нам, что делать. По-моему, так. Насколько я знаю. Так, ай-яй-яй, здесь покрышки. Задел. Stay clear of the cones. Okay. Watch it. Stay clear of the cones. Okay. Да что ты на каждом круге этот конус неправильно не его поставили. Let's see how you did. Так. Ну что же, сдал, отлично. Так, продолжаем что-то с траекторией.
The second task extends the loop you did in the last task to become a figure of eight. По восьмерке Try and надо keep the car in a ехать. Constant slide to stay as close to the cones as possible, whilst keeping the car in motion. Да, ну первая часть, конечно, у меня была такой пробой пера. Это Codemasters выпустила игрушку. А вторая была, конечно, вообще вот вышла она, по-моему, спустя 2 года. И она, в общем-то, до сих пор считается лучшим примером вообще раллийного автосимулятора. Ну, мы до нее, естественно, дойдем. То есть я планирую после того, как закончу прохождение первой Колин Макрей, приняться за вторую часть. Вы видите, ну там этот шедевр. Но это будет несколько позже. А, и здесь, кстати, в отличие от Gran Turismo, здесь реализовано освещение. Здесь есть свет от фар, здесь будут ночные этапы. И они, кстати, очень сложные, потому что не видно будет практически ничего, но это будет позже. Конечно, вы все увидите. Так, продолжаем. Опять очередную лицензию сдали успешно. Оформлено интересно, что такая комната. Здесь сначала брифинг такой проводится. На видеомагнитофоне еще. Кассеты. Вот, а потом мы это все на трассе воплощаем. Я помню, эта игра появилась у меня, ну, как раз где-то вот, наверное, в 98-м, 99-м. Но появилась она у меня изначально, это на днюху мне Лёха подарил диск с игрой Army Man 3D. Тоже прикольная игра, с первой PlayStation, естественно, я думаю, многие ее помнят. Но она была, ну, в общем, коцнутой, и она у меня висла на каком-то моменте. Ну и, в общем, мы пошли с Лёхой, и там на следующий день поменяли этот Army Man 3D на вот Колин Макрей Ралли. Лёха мне сказал, что тоже игруха очень классная. Давай её возьмём. Ой-ой-ой-ой. Закрутила. Вот это, наверное, сейчас не сдадим. Эх, пыльца на финише. Ну и, в общем, так вот мы поменяли этот Army Man. Клуб, про который я вот рассказывал, там, у Даньки, на Колин Макрей Ралли. Ну и стали ее проходить. Здесь реализован режим на двоих, ну то есть по очереди можно проходить. Вот, и мы с ним стали залипать. Нет, все-таки я прошел. Классно. Так, пока идем вообще без каких-то we'll try the short stage again. Провалов. But this time, as it's raining, you'll need to be a bit more careful. You'll notice that we've put different tires in the car. When it's wet and muddy, you'll find that at certain times the throttle can be used to gain extra этап. Grip. Под дождем сейчас. Посмотрим, как вся машина под дождем идет. В Колин Макрей я не играл, ну вот как раз с тех времен, правда. Я буквально перед записью видео проехался там, первый этап по Новой Зеландии. И все. Вот все, что я попробовал. Смотрите, радуга. Дождем. Вот видите, тут реализована вот грязь летит из-под колес. Очень так реалистично.
Хотя тоже, наверное, тем, кто тогда в эту игру не играл и вообще не знаком с играми той эпохи, конечно, тоже будет смешно. Но на самом деле это очень круто. По тем временам грязь, видите, налипает на машине, она становится грязной. Плюс, я говорю, здесь она разбивается довольно сильно. Хотя во второй части они реализовали... Ой-ой-ой-ой-ой. Летел, елочка. Во второй части реализована система повреждений гораздо лучше. Еще они лучше поработали, там графика стала еще лучше. В общем, вообще молодцы. Вообще непонятно, как они такие ресурсы смогли выжимать из старушки PlayStation 1. Так, это сразу реплей начинается, но мы его смотреть не будем. Так, сдал и эту, и в итоге у нас средний класс тоже получен. Ну давайте сразу эксперта закончим уже, чтобы все у нас было открыто. Okay. Это, по-моему, сложности открывает разные. Nice, насколько я помню, хотя может я и ошибаюсь, сейчас посмотрим. Если все пройти, у нас будут сразу все сложности открыты. Right then, when you're ready, put your foot down. Nice one. На самом деле реализовано очень неплохо вот это вся раллийная школа. Интересно вот с этими вот комментариями, с брифингом. Забавно все это сделано. Довольно реалистично. По тем временам, говорю, это было вообще... Ну, не сказать, что новое слово, потому что я говорю, здесь очень сильно ощущается влияние Гран-туризма, естественно, но они подошли по-своему. Codemasters и немножко даже, я бы сказал, развили тему. Сделали на своей волне. Очень неплохо. Мне нравится. Так, первый экзамен на эксперте сдан. Опять траектория. Сейчас будет восьмерка. And guess what? We've moved the cones closer together. Так, и чем отличается от прошлой? То, что здесь конусы ближе, да, стоят? Та же восьмерка только. Конусы поставили гораздо ближе друг к другу. Но будем стараться. Все-таки это уже на уровень эксперт. Right then. Start off when you're ready. Ой-ой-ой, задели конус. Вот интересно, подсказывает, получается, штурман. Он что, рядом со мной сидит, даже на экзаменах. Стенограмму читает. Let's see how you did. Им надо было еще, единственное, что здесь, ну, добавить, это смену машин. То есть не на одной машине сдавать все этапы. Например, новичок вот на этой... Средняя right там какая-то машина по немножко круче, и, например, эксперт well. На машине уже класса VRC, ну, например, там на Импрезе или на Лансере Эволюшене. Тогда было бы еще интереснее и немножко сложнее, то есть надо было еще к разным машинам туда привыкать.
Вот. Как сделано в той же Gran Turismo. Ну, может, они поэтому и не стали okay. делать. Wait for my account. Что Gran Turismo машины разные, каждая лицензия на разные машины. Здесь вот одна как бы такая тестовая представлена, и вот на ней все сдавать и надо. Да, я именно взял, тоже получается это русская версия, но видите, здесь штурман стенограмму читает на английском языке, я специально выбрал такую вот версию, потому что когда он читает стенограмму на русском, была у меня версия, я скачивал, там половина на русском, половина на английском, и становится вообще ничего не понятно, очень тяжело понимать его, что он говорит. Ну, здесь, да, на английском, но стоит один раз привыкнуть к ну, цифрам, которые он говорит. Здесь каждая цифра означает ну, скорость, в общем, прохождение поворота. Поэтому я выбрал именно такую. Хотя вот в детстве была немножко другая версия. Он там тоже стенограмму читал на английском языке штурман. Но вот, вот здесь в брифингах перед заданиями там было все на русском переведено. Я что-то не нашел эту версию в интернете. Ну, в общем, я думаю, это не критично. Какой длинный этап уже практически как полноценный док параллельный проехали. Смотреть мы не будем. Реплей. О. Ну, сдал. Самое главное, что сдал. Так, осталось два мокрый. Okay, we were going to take you to the real stage, but as it's getting darker and started to rain, I thought I'd give you another go on our big track. И немножко будет тумана. О, тут еще и настройку прикрутили уже для этого этапа. Ну, менять я ничего не буду. Средняя подвеска. Здесь тоже, вот видите, можно менять дано время. Здесь как бы ресурсом является время. Вот вверху, в правом верхнем углу видно 60 минут дано. Ну, как бы между допами час дается вот на настройку машины. Тормоза, лучше управляемость машины. Управление менее резким. Ладно, менять ничего не буду. Ставим все как есть. И здесь вот в нижней части экрана это повреждение. Ага, и здесь у нас уже будет и машина. Как я и сказал, они меня прямо послушались. Здесь уже, по-моему, не Шкода будет. Было, по крайней мере, написано, что там Импреза. Нет. Значит, недоработка разработчиков. Хотя было написано Subaru Impreza, но едем мы на той же Шкоде. Вот, тут, правда, еще физики нету такой, ну, частей, то есть вот эти стога сена огораживают трассу или там покрышки, и они тут просто железобетонные, то есть в них, если врезаться, там ну, просто машина в хлам разобьется. То есть они не сдвигаются никак. О, уже не вылетели. Если мне не изменяет память, это трассы из ралли Великобритании, то есть даже трасса реальная, и мы по ней потом будем ехать. Что-то я вот такую вот подробность помню,
не знаю, может быть я не прав, но вроде бы потом эта трасса нам встретится. На ралли Великобритании. Сейчас финиш должен быть, да. Хватит нас мучить уже. Так, ну. Ну, сдал. Даже больше баллов получил, чем на предыдущем. Без дождя. Ой, вот. И даже раньше мы увидим ночной этап. Сейчас вот увидите, как он тут реализован. Освещение. Ух. Right, here we are then. Да. This is as close as you'll get to the real thing. Ночные этапы очень я не люблю. Waiting for your instruction on your car setup. So let's get started. Реально ночной Again, кошмар. Time is all that matters on the stage, but I shall also give points on how well you set up the car. Да. Да, и вот видите, написано ремонт Subaru Impreza. Меня это немножко сбили они, короче. Я думал, что на ней поедем. Так, трансмиссия, скорость для этого, для этапов с крутыми поворотами, максимум ускорения при небольшой потере скорости. А давайте-ка, да, максимальное ускорение сделаем. Этап не скоростной. 20 минут потребовалось на то, чтобы настроить коробку. Так, ну что же, вот видите, даже на машине красный свет от стопорей отображен. Ну, так, лучше вот так даже ехать, по-моему. Чуть бы не было опять на этом повороте. Ой! Райт же ты, блин, мне говорил. Так, здесь я по-любому перестраховываюсь, я торможу больше, чем это нужно, но лучше потерять время так, чем улететь куда-то. Так, ну и финиш. Ну, конечно, время гораздо хуже. Посмотрим, что получилось. Возможно, не справился. Да, не сдал, не сдал. Так, что у меня? Скорость, да? Скорость двойка. Да, перестраховывался. Ну ладно, прибавим тогда. Так, ну давайте, чтобы вас не мучить, я, наверное, right. Here we are, then. Вырежу. Те попытки, где у меня не получается. И запишу удачно.
Ну вот, наконец-то этот кошмар закончен. Вы представляете, 11 попыток понадобилось всего, чтобы проехать этот ночной спецучасток. Ну реально, это кошмар. Вот. Ну, тем не менее, с горем пополам проехал его. Все. Все задания пройдены. Так, и вот... То, что мы все проехали, это нам что-то дает еще. Не только сложности. Но, по-моему, еще и машины какие-то открылись дополнительные. Ага, нет. Эти не открылись. Средний класс. Так, ну ладно. Что-то подзабыл я. Ну, значит, только, наверное, сложности открылись разные, и все. Больше ничего это нам не дало. Ну что же, тогда на этом закончим первую серию. Надеюсь, что вам все-таки понравилось мои потуги сдать права. Вот, раллийные. С вами был, как всегда, Скудер. Подписывайтесь обязательно. Ставьте пальцы вверх, если понравилось. Комментируйте. Ну и увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.